Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер. И сегодня мы полетаем в Microsoft Flight Simulator 2020. Мы сегодня полетим в самый дорогой объект в мире. Да-да, не побоюсь этого слова. Мы сегодня полетим ко дворцу Путину. Стоимость дворца более 100 миллиардов рублей. Давай, бери вкусняшки, бери попкорн, бери бабушкины пирожки. Устраивайся поудобнее, и мы сегодня полетим к Путину домой. Его виноградникам и посмотрим на всю эту красотень сверху. И, конечно же, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я прошел летную школу, я прошел курс молодого пилота и готов полетать вместе с вами показать. Знаешь, можно полетать в разные места. Можно полетать в Париж, Дубай. Можно прилететь, конечно же, в Припять. И, конечно, там посмотреть на большой город Чернобыль. Друзья, давайте же устраивайся поудобнее. У нас есть карта мира. Мы можем полететь в любую точку мира. Но нас сегодня интересует одно. Нас сегодня интересует Черное море. И, если точнее, нам нужен сегодня... Либо полетим из Краснодара. Отметка вот на Краснодар. Либо полетим чуть ближе. Маленький городок, Геленджик называется. И полетим по берегу Черного моря, примерно по пути до Сочи, где-то в этой области. Находится дворец Путина. И пиши, конечно, комментарий, куда ты хочешь, чтобы я полетел. Ты понимаешь? Мира, карта мира в любую точку. В Африку, в Америку. Кстати, можно слетать и, конечно, в Нью-Йорк. У нас будет 8 часов утра, мы полетим, да? Да, солнце так сделаем. 8 часов утра, чтобы у нас было много времени полетать на виноградник, полетать над дворцом, посмотреть взлетные полосы. Мы полетим, наверное, от Геленджика все-таки. Точку выбираем отсюда и полетим до Сочи, чтобы нам понятно было, куда примерно лететь. И точка прибытия сюда. Все, мы сделали маршрут. Всего 108 миль. И как раз на полпути мы найдем дворец Путина. Давай, бери вкусняшки, пиши комментарии и, конечно, ставь лайкосик, и мы уже полетели. Мы уже в кабине и готовы лететь. Двигатель завели, поднимаем тягу, закрылки мы откроем, все нормально, на нулях. Поднимаем тягу сразу на 100%. Набираем 80 миль. Ой, погоди, ручник забыл, тормоз забыл. Забыл тормоз убрать. Понимаешь, я еще только начинаю летать, но если ты хочешь, пиши комментарий, я научусь летать на самых больших самолетах. Поднимаем 15 градусов от земли. Так, какая скорость? Скорость есть. Поднимаем 15 градусов, набираем высоту и летим к Сочи. У нас есть карта. Вот у нас такая карта. Хотя можно и тут увидеть все. У нас какой самолет? Вот посмотрим. У нас вот такой симпатичный маленький самолетик. Что у нас тут набирает скорость? О, и летим в сторону Сочи. Посмотрим на красоты Черного моря, побережья. Так, карту мы уберем. Карта не нужна пока. И так понятно, куда лететь. Тяга у нас 100%. Все нормально, летим. Все прекрасно. Любуемся пейзажем, дорогие друзья. Да, тут есть на что посмотреть. Тут реально довольно все детально сделано. Но нас сегодня интересует, почему ты ходишь вправо? Нас сегодня интересует дворец Путина. Виноградники посмотреть свысока. Какая высота? Сейчас посмотрим на панельку. Высоту набираем больше, скорость. Скорость направо уже. Знаешь, самолетик довольно такой слабенький, я бы сказал. Но главное, он летит. Это самое главное. И, конечно, скажи, какую камеру лучше, такую или такую? Потому что, возможно, мы еще полетим в Припять. Мы, возможно, полетим еще, конечно же, в Нью-Йорк. Хочется и, конечно, пролететь над Москвой. Посмотреть Красную площадь, пролететь над Белым домом. Помахать рукой. Сколько у нас миль? 106 миль. Ну, 50 миль пролетим. Нас интересует, знаешь, вот этот закуток. На карте он обозначен. Сейчас, секундочку, посмотрим на карте. У нас есть GPS. И у нас тут запретная зона. Вот как раз, вот до сюда нужно долететь. Даже в игре сделали запретную зону. Слушай, а мы попадем туда? Я даже не знаю. Но попробуем, знаешь. Пытка не пытка. Погоди, я засмотрелся на карту. Я играю на геймпаде, знаешь, поудобнее будет стиком, а поднимать, держать высоту так, не знаю, как на клавиатуре, но на геймпаде попроще будет. Смотри, мы прям ровно летим по нашему маршруту.
довольно неплохое пиво, да? Согласись. А любуемся, конечно, пейзажем. Ну, городок маленький, как понимаю. Так, выравнивай маленько. Летим. Можно ближе к побережью. Карту мы уберем. Нам понятно все, куда лететь примерно. Включаем, давай-ка, от первого. Можно брать еще высоту, конечно. Желательно берем больше высоту. У нас всего лишь 1500 километров. Нужно подняться еще выше, но не слишком резко подниматься нужно. Иначе будет перегруз. Да, это все показано на панели. Во-во-во-во, не хватает мощности. Вот реально не хватает самолетику мощности, чтобы подняться выше. Довольно резко, знаешь. Но это не истребитель. А нас интересует, конечно, вот этот закуток. Где-то будет уже. Погоди, я его вижу, нет? Нет, нас интересует где-то вот тут-то область. Так, у нас задние тоже. Можно так поворачивать самолетик. Ну, все-таки, знаешь, из кабины будет посимпатично, потому что более реалистично. Сколько лесов. Обалдеть. Красиво. Красиво, конечно же. Побережье, море Черного тоже красиво. А хорошее место выбрать для дворца. Конечно. Ставь лайкосик. Подписывайся и бери вкусняшки. Скоро долетим до туда. Посмотрим. Мне кажется, это уже виноградники. Приближаемся или нет? Погоди. Это что у нас? Это какие-то здания. Ну вот это, возможно, точно уже виноградники. Смотри, какие большие. Можно реально там приземлиться. Без проблем можно приземлиться. Но у дворца Путина... у нас нет геймпада. Но у дворца Путина есть своя полоса. То есть взлетная для вертолетов. Аж две. А раньше было три. Но мы все пролетим, друзья. Я вам все покажу. Расскажу, что и как. Проведем экскурсию. Так, погоди, на карту, срочно карту. Где мы летим? Мы подлетаем, нет? Так, ровнее держим. Да, мы подлетаем, должны подлетать уже. Но пока что ничего не видно. Вижу какой-то бассейн, вижу какой-то маленький городок. Возможно, отсюда их. Вижу пристани. Можно, конечно, потом спуститься чуть ниже. Вот виноградники. Да, вот виноградники. Виноградник Путина. А летим дальше, я, кажется, уже что-то вижу. Вот там какие-то дороги. Сейчас, погоди, карту уберем. Все понятно, побережье, но тут запретная зона. Долетим мы, не долетим. Запутался, сбился с курсом. Так, аккуратно, плавнее. Да что ты пищишь, все нормально. Ровно держим высоту, все пучком. Ровно держим высоту и приближаемся к запретной зоне. А уже приближаемся и аж сердце бьется. Погоди, хорош пикать уже. Нет, мне кажется, чуть дальше. Или прям тут. Побережье. Ну-ка, меняем карту. Побережье. Да, вот как раз вот тут. Как раз вот тут где-то должен быть дворец Путина. Должен узнать я его или не узнать, я там не был. И, конечно же, где? Этот, что ли, дворец Путина? Это какая-то деревушка заросшая. Не, это не то. Это точно не то. Вот запретная зона, где-то дальше, возможно. Да, дальше. Это у нас, кажется, какой-то поселок. Я, знаешь, сверяюсь с картой и понимаю, пытаюсь понять, где находимся. Во, точно, все. Прям по курсу, вон там, близится, да. За горой будет все видно. Так, какая у нас высота? Мне нужно узнать высоту, покажи мне. 2000 метров, нормально. Поднимаемся еще выше, чтобы, понимаешь, можно было любоваться красотой воочию. Да, вот тут-то. Вот тут как раз мы и находимся. Сейчас посмотрим с высока, потом спустимся чуть ниже и, конечно, сбавим скорость. Пора уже сбавлять скорость. Давай-ка до 60. Сбавим скорость. Сколько там, не вижу? 60, 63. Все, пучком. Все офигенно. Мы почти прилетели. Но погоди, я пока ничего не узнаю. Это не то. Это не то место, что ли? Нет, то должно быть. Это снова виноградники. А там немного виноградников у него. Все, в запретной зоне мы точно. Вот они. Это точно виноградники, да, это 100% виноградники. Ну, довольно поменьше, чем были тогда. И вот он должен быть дворец Путина. Да, кажется, я вижу какие-то здания уже. Да, вот он, вон здание. Мы долетели все-таки.
Вон полосы, три полосы. Ну, кстати, а сейчас две полосы. Одна из полос засыпали землей и сделали подземный ледовый каток. Вот он, дворец Путина за 100 миллиардов рублей. Это бюджет большого города. Обалдеть. Слушай, он реально смотрится, как и в жизни. Мы прилетели в запретную зону, мы все-таки залетели. Все, убираем эту карту и любуемся. Обалдеть, снижаемся. У нас скорость 60 сбавок, как раз можно все поближе осмотреться. А две полосы, ну знаешь, сейчас две полосы, не три. Понимаешь, тут три полосы, чуть ниже. Тут у нас какие-то здания еще, дороги ведут. КПП вижу, рабочие поселки. Ну, место, знаешь, довольно красивое. Меняем камеру. Видишь, несколько дорог ведут к дворцу Путина. Сейчас мы сделаем разворот. Удобнее разворот сделать, знаешь, из кабинки. Скорость можно еще сбавить, знаешь, еще сбавляем скорость. Только чтобы не упасть. Иначе не хватит на мощности подняться еще выше. И пролетим прям ко дворцу. Чуметь. Ну, красиво. Много лесов, вырублено много лесов, чтобы построить для одного человека здание. Мы пролетаем довольно низко уже над зданием. Да, хорош пищать. Все нормально, мы летим. Ну, знаешь, точно прорисовки нету дворца. Ну, все эти богатства, все эти золота, этого нету. Вот еще какой-то рабочий поселок есть. Какие-то шахты есть. Все для нашего президента, конечно. Красивое место, красиво, безусловно, место. Набираем скорость, мы теряем мощность. Давай, до 72 нормально будет. Сделаем еще разворотик. Включаем от первого. И снижаемся прям туда. Лови меня, семеро. Мы снижаемся прям туда. А скорость маленько набрал. Даже видно тень. Все нормально, не пищим. Никто меня не собьет. Мы пролетаем. Да, три полосы, как видно. Одна засыпана. Тут у нас отдыхает охрана. Тут нас охраняет нашего президента. Какие-то машины видны. Ну, здание прорисовано, знаешь, довольно хорошо. То есть можно долететь, знаешь, до Чернобыля и посмотреть там. Много чего посмотреть, дорогие, дорогие друзья. Пиши в комментариях, куда мы полетим в следующий раз. Сделаем еще разворот или, может, знаешь, попытаться сесть на виноградники Путина. Сядем мы туда или не сядем? Ну, дворец прорисован не очень. Ну, понятно, закрытая территория и все дела. А где можно присесть здесь? Здесь мало места. Довольно мало места, мы не сядем здесь. Хотя можно попробовать сесть. Мы избавим скорость. Вон там можно попробовать сесть. Хотя нет, не будем пробовать, дорогие друзья. Уже пиши комментарии и уже увидимся в новых роликах. Обязательно увидимся. Пиши в комментарии, куда полететь нам в следующий раз. И я обязательно все прочитаю. И вместе с вами будем посещать самые узнаваемые места в мире. До Сочи мы не полетим уже, конечно же. Еще сделаем кружок над дворцом Путина, посмотрим. Деревьев здесь много. Красиво. Чистый воздух, море, лес, зелень. Все прекрасно, живет наш президент, отдыхает со вкусом. Пролетим прям, знаешь, прям низко, очень низко. Еще ниже, буквально 100 метров пролетаем прям над дворцом Путина. Да-да, еще ниже, еще прям можно в него. Я шучу. И, конечно же, будем завершать, дорогие друзья, ролик. Пиши комментарии, увидимся в новых роликах. С вами был, как всегда, Спикер. И до новых взлетов. Но не падений. Всем спасибо, кто смотрел. И всем пока.